Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет мастер-класс в технике оригами «Цветик-семицветик» по сказке Валентина Катаева. Для мастер-класса нам понадобится 7 цветных квадратиков размером 10 на 10 сантиметров, клей, двухсторонний скотч, 2 трубочки и ножницы. Берем первый квадратик. Складываем его пополам в треугольник. Затем складываем его еще раз. Раскрываем обратно и загибаем нижние уголки наверх. А теперь эти уголки выгибаем наружу вот таким образом. Разворачиваем наш треугольник обратно и складываем пополам. Верхний уголочек загибаем к центральной линии. И в обратную сторону. А затем нужно его вложить внутрь. Необходимо сделать так с каждым квадратиком. Когда сложены все 7 заготовок, нужно взять клей и склеить верхние части наших заготовок. Теперь необходимо намазать клеем уголочек нашей первой заготовки. Сейчас мы будем склеивать будущие лепестки между собой.
Затем нам необходимо приклеить двухсторонний скотч к нашей заготовке. Отрезаем узкую полоску скотча. Делим ее на две части. И приклеиваем к цветку вот таким образом. С одной стороны и с другой. И теперь приклеиваем наши трубочки. Когда трубочки приклеены, можно раскрывать наш цветок. Вот такой цветик-семицветик у нас получился. Спасибо за просмотр. Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки № 2 имени Николая Жернакова.